Друзья, приветствую вас на своем канале, и сегодня вас ожидают вот такие вот интересные, объемные, креативные вертикальные дорожки. Раппорт данного переплетения составляет 6 петель и 4 ряда высоту. В моем образце пряжа Adelia Casual 70% хлопок. И мы переходим к мастер-классу, все внимание. Итак, первый ряд раппорта, кромочная петля, накид, и затем нам нужно провязать 3 петли вместе с наклоном вправо. Для этого сначала провязываю 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку, получившуюся петлю возвращаю на левую спицу и третью петлю через нее перекидываю и делаю накид. Далее 3 лицевые петли, 2 и 3. Повторяю раппорт, накид, 3 петли вместе с наклоном вправо. Сначала провязываю 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку, получившуюся возвращаю и перекидываю через нее третью петлю. Делаю накид и далее 3 лицевые петли. Это будет первый ряд. Второй ряд полностью провязываю изнаночными, в том числе накиды. Третий ряд, и здесь мы начнем формировать наши шишечки. Сначала кромочная петля, первая лицевая. Далее завожу спицу за следующую петлю, вытягиваю нить, делаю накид, еще раз завожу, вытягиваю нить, делаю накид, еще раз завожу, вытягиваю нить, делаю накид. И эту петлю, за которую заводила спицу, провязываю лицевой за заднюю стенку. Далее лицевая петля. И 3 изнаночные. Раз, два, три. Повторяю раппорт. Лицевая петля. За следующую завожу спицу, вытягиваю нить, делаю накид. Еще раз завожу, вытягиваю нить, делаю накид. Еще раз завожу, вытягиваю нить, делаю накид. Провязываю эту петлю лицевой за заднюю стенку. Далее лицевая петля. И завершаю раппорт 3 изнаночными. И у нас остается заключительный четвертый ряд. Провяжем его так. Кромочная петля. Сначала 3 лицевые петли, они идут у нас по узору. Затем изнаночная петля. И вот эту вновь образованную связку из накидов и вытянутых петель я провязываю вместе одной изнаночной. Затем изнаночная петля. Повторяю раппорт. 3 лицевые петли. Одна изнаночная, связку из петель вновь образованных я провязываю вместе одной изнаночной. У нас формируется шишечка. Одна изнаночная петля. Еще раз. 3 лицевые, они идут у нас по узору. Одна изнаночная, вместе провязываю вновь образованные петли одной изнаночной и одна изнаночная петля. Друзья, узор готов. Ну, мне он показался очень незаурядным. Надеюсь, и вам тоже. И вы обязательно сохраните его в своей копилке. А мне поставите лайк, подпишитесь на канал, а также перейдете по ссылке под видео на мой дзен-канал. Там накопилось много интересных моделей для вязания. И я желаю вам всего самого наилучшего, и мы скоро увидимся.